Как быстро и точно определить место коммунальной аварии и оперативно ее устранить? Специалисты показывают возможности современного оборудования. В новых автомобилях есть все не только для работы, но и для отдыха. Бригады в условиях аварии могут находиться на выезде по несколько часов. Пока куплено 10 машин. До 2022 года ими укомплектуют предприятия группы компаний РКС «Петрозаводск» по всей республике. Руководитель региона с новшеством знаком, сейчас Карелия тоже покупает 9 таких автомобилей. В каждый район пойдет такой автомобиль, где работает наше предприятие ГУП «Карелкоммунэнерго», для того, чтобы вот такие же технологии использовать для оптимизации теплоснабжения. Они у нас будут использоваться для обслуживания теплотрасс. Центр оперативно-диспетчерского управления, который представили Артуру Парфенчикову, часть инвестиционной программы из 4 проектов общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Кроме этого, в нее входит реконструкция котельной на улице Ригачина в Петрозаводске, оснащение всех котельных автоматизированным контролем за химическим составом воды, автоматизация работы насосных станций. Все это в итоге повлияет на качество работы коммунальных служб. Безусловно, уровень безопасности, безусловно, скорость реакции на возможные инциденты и так далее, и так далее, и так далее. Не более чем один из таких ярких примеров. В равной степени это будет касаться и воды, и электричества. Здесь в большей степени это тепловое, поэтому тоже чувствительная вещь. Компания ПКС, она на виду, она передовая. С ней комфортно, не просто, но комфортно работать, потому что очень важно, когда наши партнеры, да, они генерируют очень интересные идеи и предлагают конструкцию по реализации этих идей, в том числе и с конкретными инвестициями. Инвестиционное соглашение с группой компании РКС «Петрозаводск» было подписано 14 лет назад. За это время компания реализовала инвестиционных проектов на сумму 2 миллиарда рублей. Светлана Воробьева, Сергей Беляев, служба новостей.